мы на Чиланзаре смотреть, что какие товары в магазине B1. Здесь большой такой открыли. Сейчас посмотрим. Кофе, чай. Каша. И хрустяшки там. Хрустяшки. Приправы. А? Я думала, ты мне мимишки. Сок это? Лисичка и Кеша. Да, ведь из мимишек. Кеша яблочный. Нет, Кеша. А, этот его тучка грушевая. Пошли в магазин за 5 минут. Да, ничего нет. Уже на Чиланзаре решили дойти до метро Чиланзара. Смотрите, что тут у нас. Пошли, пройдемся, посмотрим. Надо будет тоже зайти, поменять свои очки и проверить зрение заодно. Товар, чтобы заинтересовать его, у нас Магическая уличка, ателье. Заполняет анкеты на грин-карт. Вкусные горячие хинкали в этом холодном мире. Караоке. Слух не нужен. Нужно хорошее зрение и отсутствие совести. Фонные львы. Розовые. Темно-зеленые. Штаны внизу нарезаны. 295, да? Сейчас я посмотрю точно. Цены. А, эти вообще потоньше 165. Для пушистиков? Да. Сейчас я посмотрю. Почем такие носочки? Вот такие. 15 тысяч. Да, ну у нас пока есть, доченька. Мы сначала с этими справимся, которые у нас остались, хорошо? Туда, а потом заверну, хорошо? Чё-то ты так сложно говоришь. Ничего не сложного. Надо маме показать. Здесь такие симпатичные джинсы. Я пойду прямо, потом заверну. Ой, всё, опять ранее. Направо. Ты пойдешь направо, я пойду налево. Ты пойдешь же направо. Королева, ты имеешь право. Ты пойдешь вот сюда, а я пойду прямо, а потом... 220. Каримады прям полные джинсы. Красивый цвет. Карим были стандартно. Размер 2. Я здесь. Ходу. Да, поэтому не потеряйся. Мне джинсы понравились. Маленького размера. Сколько вещей разных, я не могу удержать. Не можешь удержаться? 215. Вот это красиво. На драке! Красиво. С воротничком есть такой же голубой, без воротничка, но вот на пуговичку. Зеленый.
почему такое? Сейчас цену посмотрю. 220. Побольше. Вот это красивое. В чем такое? Не понял. А, вот. А, ну конечно, 345. Потому что еще тут? Да. Смотрю, красивые платья. С горловинкой. Очень, очень хорошенькие. Приятные такие, мягкие. Цены, правда, не видно. Сезон арбузов у нас продолжается и дынь. Сейчас везде вдоль дороги такие вот базарчики с тыковками, арбузиками и дыньками. Купили лепешки? Ну, дальше. Горячие, пахнут так аппетитно. Ой, вообще. Ага. Не, мы даже не торговались. Да, мы даже не... Белиссимо, да. Это я хочу сказать, что мы даже не торговались, а нам дали со скидкой. Приятно, приятно. Лепешки вообще горячие. Вон весь целлофанчик даже вспотел. Горячие, вкусно. А пахнет как вкусно, да? Да. Так приятно. Нам еще и скидку сделали на лепешку. Мы даже не просили. Приятно. Это Узбекистан, детка. Вкусненький. Они еще и пахнут. Тобой. А, подожди, я сейчас сфотографирую. Так красиво. Очень красиво смотрится. Можно я?